Хэллоуин – один из самых любимых и загадочных праздников, который ежегодно отмечается 31 октября. Он ассоциируется с вырезанными тыквами, страшными историями и, конечно же, костюмами. Но задумывались ли вы когда-нибудь, откуда пришли все эти традиции, которые повлияли на современный костюм? Всем ужасный привет! С вами Юля, создатель бренда Julia F, и это новое видео о старинных хэллоуинских традициях, которые повлияли на современные образы. Присаживайтесь поудобнее, берите чай, кофе, ведь вас ждет увлекательное путешествие через века. История Хэллоуина берет свое начало в древнем кельтском празднике Самайн, который отмечался в ночь 31 октября на 1 ноября. Самайн символизировал конец урожайного сезона и начало зимы. Кельты верили, что в эту ночь граница между миром живых и миром мертвых становится тонкой, и духи могут свободно перемещаться по земле. Чтобы защититься от злых духов, кельты разжигали большие костры и надевали маски и костюмы из животных шкур и голов. Эти наряды должны были отпугивать призраков и злых духов, а также помогать людям смешаться с потусторонними существами и избежать их гнева. Так началась традиция наряжаться в костюмы в ночь на Самайн. С распространением христианства в Европе многие языческие традиции были адаптированы и интегрированы в христианские праздники. В 8 веке папа Григорий III установил День всех святых на 1 ноября, а 31 октября стало известно как канун Дня всех святых или Хэллоуин. В средневековой Европе люди продолжали надевать костюмы на Хэллоуин, но теперь они часто изображали святых, ангелов и демонов. В эту ночь дети и взрослые ходили от дома к дому, исполняя песни и молитвы за души умерших в обмен на еду и напитки. Эта традиция, известная как Солейн, стала предшественником современного трюка или угощения. Викторианская эпоха принесла новое оживление в традиции Хэллоуина. В это время в Англии и Америке стали популярны костюмированные вечеринки и маскарады. Люди наряжались в экстравагантные костюмы, вдохновленные литературными персонажами, историческими фигурами и мифологическими существами. Викторианцы придавали большое значение деталям и качеству костюмов. Наряды часто включали сложнейшие вышивки, кружево, аксессуары. Маскарады стали важной частью празднования Хэллоуина, и традиция наряжаться в костюмы продолжала развиваться. С середины 19 века в Америку начали прибывать иммигранты из Ирландии, Шотландии, принося с собой свои традиции празднования Хэллоуина. В это время Хэллоуин стал популярным праздником в Соединенных Штатах, и традиция наряжаться в костюмы также прижилась. В начале 20 века костюмы на Хэллоуин стали массово производиться и продаваться. Компании начали выпускать готовые костюмы, которые можно было купить в магазинах. Эти костюмы часто изображали популярных персонажей из фильмов, комиксов, литературы. Массовое производство сделало костюмы доступными для широкой аудитории, и Хэллоуин стал еще более популярным. В 20-х и 30-х годах хэллоуинские костюмы стали настоящим культурным феноменом. В это время появились знаменитые персонажи, такие как ведьмы, вампиры, привидения и монстры. Костюмы стали более разнообразными и креативными, а массовое производство позволило людям легко находить и приобретать наряды. В это время также стали популярны детские костюмы. Дети начали активно участвовать в праздновании Хэллоуина, наряжались в костюмы и, ходя от дома к дому, собирая сладости и лакомства. Традиция трюк или угощения стала неотъемлемой частью
праздника. Во второй половине 20 века хэллоуинские костюмы продолжали эволюционировать под влиянием поп-культуры. Фильмы ужасов, комиксы, телевидение и музыка вдохновляли на новые образы и тренды. В это время появились такие иконы, как Фредди Крюгер, Джейсон Вурхиз и Майкл Майерс, которые стали популярными костюмами на Хэллоуин. Костюмы также стали более разнообразными, инклюзивными. Люди начали экспериментировать с креативными и нестандартными образами, вдохновленными культурой, историей и современными событиями. Хэллоуин стал праздником, где каждый мог выразить свою индивидуальность и креативность. Сегодня хэллоуинские костюмы продолжают развиваться и отражать современные тренды и интересы. Люди используют креативность и технологии, чтобы создавать уникальные и впечатляющие образы. Социальные сети и интернет позволяют делиться своими идеями и вдохновлять других. Современные костюмы на Хэллоуин могут быть как простыми и смешными, так и сложными и детализированными. Люди вдохновляются поп-культурой, историей, наукой, фантастикой, создавая образы, которые удивляют и впечатляют. Хэллоуин стал праздником, где каждый может стать кем угодно и выразить свою индивидуальность. Старинные традиции Хэллоуина оказали значительное влияние на современные костюмы. Маски и костюмы, используемые древними кельтами для отпугивания духов, трансформировались в образы ведьм и привидений. Средневековые костюмы святых и демонов стали предшественниками современных костюмов ангелов и демонов. Викторианские маскарады и костюмированные вечеринки вдохновили нас на создание сложных и детализированных нарядов. Традиция Хэллоуин трансформировалась в трюк или угощение, а массовое производство костюмов сделало их доступными для всех. Сегодня мы продолжаем следовать этим традициям, добавляя свои креативные элементы и отражая современные тренды. Хэллоуинские костюмы остаются важной частью праздника, позволяя нам выражать свою индивидуальность и наслаждаться магией и мистикой этого удивительного праздника. Эволюция костюмов на праздник Хэллоуин – это увлекательное путешествие через века и культуры, от древних кельтских ритуалов до современных креативных образов. Костюмы на Хэллоуин всегда были отражением своего времени и общества. Они показывают, как мода и традиции могут эволюционировать и адаптироваться к новым условиям и вызовам. Эти истории говорят нам, что Хэллоуин – это не просто праздник, а возможность выразить свою индивидуальность, креативность. Костюмы на Хэллоуин позволяют нам быть кем угодно, открывать для себя новые образы и наслаждаться магией и мистикой этого удивительного праздника. Не забывайте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые увлекательные истории о моде и ее влиянии на нашу жизнь, и оставить комплимент в виде лайка. Пишите в комментариях, отмечаете ли вы этот праздник и как относитесь к маскараду. На этом я с вами прощаюсь. Всем прекрасного настроения и пока-пока!